Поедем сюда, вот в этом. В Замхаган найдем источники. Подгоняй тачку! Хочу посмотреть! Уж как-нибудь поставим на ноги. Так. Концентрация. Угу. А, смотри-ка, я еще и тут могу что-то покупать, да? Так, бросок. Фига, тут еще вон изучать можно как. Так. Крови-то вон что можно здесь. Круто. Спринт. Так, здоровое тело. Так, концентрация. Рывок. Так, здесь все.
Так, оружие. Проекты. Здесь изучил транспорт. Так, куда мы поедем? Мы сюда теперь поедем. А, нет, я знаю, куда сначала сюда заедем. Замечена разумная форма жизни. Так. О, этот кровавый водевиль, он для вас, если вам нужна качественная бойня, и вы не слишком требовательны по части изящества. Ого! Это ли не мега-мутант-бой? Я как раз смотрел повтор и гадал, скоро ли ты заскочишь в мою лапу? Рад тебя видеть. Ты ведь тебе же тоже. Давай попробуем еще раз. Thank you.
О! Филтриты сейчас заберем, сходим. Да-да! Ого! Это ли не мега-мутанта-бой? Я как раз смотрел повтор и гадал, скоро ли ты заскочишь в мою лавочку. Рад тебя видеть. Ты ведь не без жетонов. Эй, по полной! Твой визит — это честь. Я ждал. Я дядя Хаджи. Не уйду пока. Ты мне мой трахдель обещай. И посмотрим шоу, нравится это конфетке или нет. Но! Это большое но! Ты за это потом проставляешься до полного нашего удовлетворения. А потом садишься за руль и везешь домой наши хранящие. Вот и все, что от тебя. Вот и все. Мы с тобой по-доброму пельмени. Так. Дальше мы куда едем? Дальше мы едем вот сюда. Системы активируются. Чего? Там башня жива, что ли? Я же ликвидировал. Кто там стреляет по мне? Вот мою тачку прям. Сейчас я их догоню. Мало боеприпасов. Извиняюсь, боеприпасы закончились. Оружие перегрелось.
Ну, приехали. Наконец-то я в источнике. Теперь попробуем отыскать мэра Лузам Хагар. Я номер обслуживания. Прошу подождать. Ну вот. Включен на режим ожидания. Эй, ты! Короче, ты сюда не пройдешь. Вали-ка в свой подзабор. Ёма, у тебя шмотки. Прямо как у... Поддерживать тут порядок – это не просто разнимать задиру. Тех, кто похож на ублюдков из пустошей, мы сюда не пускаем. Потому что у нас тут есть стандарты. Сечешь? Ох, мой желанный гость. Поддерживать тут порядок – это не просто разнимать задиру. Тех, кто похож на ублюдков из пустошей, мы сюда не пускаем. Выглядишь так, будто потому что у нас тут есть стандарты. Сечешь? Так и было? Понял. Вали отсюда. Бабуля! О, это же еще один... Мне пора. Бабуля! О, это же еще один рейнджер. Скажи, вы все еще помогаете людям? Ну, как в старые времена. Я слышал истории, которые про вас рассказывают. Понимаешь, моя бабуля была рейнджером. Но она уже старая. Я не беспокоюсь. Она живет рядом с гоночной трассой, совсем одна, занимается своими изобретениями, ну и просто чудит. Я уговариваю ее перебраться ко мне, но нет, она против. Если вы, рейнджеры, все еще помогаете, то, может, убедишь ее перебраться ко мне в источник? Она тоже рейнджер? Если буду в тех краях, загляну к ней. Спасибо. Даже не верится, что на свете еще рейнджеры остались. Обеспокоенный внук. Клёвые у тебя шмотки. Прямо как... Ты настоящий рейнджер? Полный сервис, бесплатная СМА! Так, мне чё бы купить вот этих штучек купить? Клёвые у тебя шмотки. Прямо как у... Здравствуй. Привет. Держись от них подальше. Я его у вас шмырей. Он убийца. Это точно. Слыхал, что они сотворили... Кто хочет доложить о преступлении? Ты? О, человек с улицы. Опять простофили с пустоши покоряет большой город. Я шериф Макакуру. Чем я могу помочь? Я рейнджер. Я могу помочь. Тут что-то случилось, шериф. Муты. Как обычно, случились проклятые муты. Я отправила в тоннели отряд, чтобы он их оттуда выкурил. Но им удалось только окружить мутантов. А чтобы уничтожить, не хватает огневой мощи. Нужно что-то предпринять и поскорее. Иначе муты быстро нас одолеют. Не хватало нам тут такой же хрени, как в стволе. Понятно. Сейчас тут задание возьму. Не против кислорода. Келлан вообще ищет на эту приятную тему. У него золотой глаз. Прошу, послушай. Привет. Я Крис Делонг из Суперсейфа, к востоку отсюда. Я один из немногих выживших. Мы вели переговоры о присоединении к торговой коалиции, как вдруг на нас напал отряд хмырей. Они прорвали нашу оборону. Наверное, они до сих пор там громят все подряд. Я сам так потерял дом и семью. Как мне вам помочь? Мэр Лузам говорит, что ничем не в силах помочь. Но если ты сумеешь, тогда забирай все, что там осталось ценного. Там даже есть ковчег. Правда, его никто не может открыть. А просто избавься от этих хмырей. Я хочу отомстить за своих. Я там был. Пообщался. Вряд ли много хмырей уцелело. Это был благородный поступок. Рейнджер, спасибо. Теперь мои люди вздохнут свободней. Мы начнем отстраиваться.
Ковчег стоит. Промочи горло. Хочешь перекусить? Гигаторовый шкварк. Маринованные глазки санчата. Вяленые пиявки. Я их сам лично готовлю с хреном. Просто... Пока. Промочи горло. Хочешь перекусить? Гигаторовый шкварк. Маринованные глазки санчата. Вяленые пиявки. Я их сам лично готовлю с хреном. Просто тают во рту. А еще здесь всегда нальют тебе пойло. Это потом. Я тут по делу. Мне надо поплакаться кому-то в жилетку. Есть у меня старый друг, Нед. Никто не хочет слушать про Неда. А мне надо поговорить о нем. Понимаешь, Нед такой человек, которому всегда не имется сделать все наперекор. Он построил себе какой-то безумный аванпост на мосту. Смахнуть. Считай, над самой великой трещиной. А потом Нед поскользнулся на говне слизняхи и упал. Прямо в трещину. Пробил себе череп. Говорят, на его аванпосте теперь обосновались хмыри. И это совсем не круто. Мой старый друг Нед пришел бы в ярость, узная, что в его доме поселились психи с иракезами. Хорошая дыхалка и вейп. Смахнуть право. Шевелись, Теп! Эй, ты! Да, ты грязный наемник. Я щедро заплатила твоему хозяину, и поэтому не стану терпеть такого обращения. Молчи, грязный наемник, и слушай. Мои шахтеры должны были выйти на связь еще несколько дней назад. Я подозреваю, что эти гнусные воры набивают карманы моим филтритом. Накажи их, наемник. Искалечи, убей преступников. Филтрит можешь оставить себе. Никто не смеет предавать золотце триумф. Ну иди. Топай, топай! Замечено. Готово снабжать и снаряжать. Посмотрим, что у тебя есть. Возьмем их, посмотрим. Переход в режим покоя. Закрываю окно торговли. Отнуть влево. Тут я был. Я тебе скажу, почему. Потому что не парни сидели. А паршивым игрокам тут рады только пока у них бабло. Нет бабла? О, кибердоктор. Слушай, босс, не заставляй меня... Я тут проходила мимо старых развалин. Тех, которые прямо над великой трещиной. Там что-то было. Оттуда доносился ужаснейший шум, какие-то вопли. Дым столбом и все такое. И как ты думаешь, что там? Думаю, что там призраки. Да-да, духи предков возвращаются, чтобы высосать жизни живущих. Лично я теперь туда не ногой. Ну нахрен.
Ага. Вот здесь кибердоктор. Сейчас будем зайдем к нему. Подойди ко мне поближе. Нет. Я настраиваю фокус глазного импланта. Очень кропотливый труд. Нанометр сюда, нанометр туда, а разница для пользователя огромна. Ты из второго поколения уроженцев Ковчега, это очевидно. У тебя безграничный потенциал. Обычно люди приходят сюда, чтобы заменить конечность или вставить себе крутой глаз, но ты... тебе доступно куда больше. А в каком это смысле? Я могу повысить твою живучесть и усилить связь с технологиями Arctec. Есть несколько модификаций, которые совместимы с твоими нанотритами. Для этого нужны редкие предметы, которые придется добыть. Загляни в меню модификаций. Ладно, раз говоришь, дело стоящее. Еще как. Старайся не терять головы. Я готов произвести новые модификации. Приращение урона. Советую найти побольше материалов для модификации. Хорошо. Так, а что мне там надо? Полагаю, тебе удалось добыть необходимые материалы? Это сброс не надо. Вот эту вот надо штучку добыть. Унося ноги, не бросай тело. Так, а там что? Я прям чую, как от тебя воняет сыть птицей. Ио, гадость. Смахнуть влево. Глядишь, и выпивка поможет мне забыть. Какое-нибудь мощное поле. Надо прихватить бутылку. Это Клейтоновская ложа победитель. Если ты не победитель, ты неудачник. Вали отсюда. Забудь. Ты не пройдешь дальше этой веревки. Пусти меня. Я рейнджер. Да мне насрать. Сюда входят только богатые и знаменитые. А ты никто. Ну как-то ведь к вам попадают. Конечно. Стань победителем. Как? Выиграй в телешоу «Убей мутанта» и в гонках «Ралли Крэш». Стань чемпионом. Ты же круче всех, да? Значит, справишься. И все? Ага. Стань чемпионом, с блеском войдешь в ложу, и будет тебе Клейтон. Нет другого способа? Для тебя нет. На гонках поучаствовать, да, надо будет. Гонки лучше, чем шоу с мутантами. Говорю тебе, в мире нет ничего лучше гонок. Ну да, кое-кто обожает «Убей мутанта». Но это же не спорт, а просто убийство для удовольствия. А вот гонки, гонки — это спорт. Спорт королей. Гонки — это для цивилизованных людей, для людей думающих, для людей благородных. Ну, как скажешь. Ты попробуй как-нибудь. Узри этот спорт во всей красе. Человек вроде тебя может сколотить целое состояние. Посмотри на себя. Великолепные рефлексы, стальной взгляд, жуткий облик. Идеальное сочетание для благородного искусства скорости. Найди Чазза Мараса на гоночной трассе. Он все устроит. Подумай, ты же можешь стать звездой. Вот и гонщики. Ага, вот здесь вот. Ну-ка посмотрим, кто тут рядом. Ну, как там дом старины Неда? Надо идти.
Я распознан постоянный клиент. Переход в режим покоя. Здравствуй, дружок. Рада тебя видеть. Меня зовут Флёр. Моя работа — знать все обо всех. Так ты торгуешь информацией? Обо всем, что происходит в славном источнике и за его пределами. Сплетни за перспективы. Облегчись. О, новое лицо. Крутая снаряга, я-то знаю, о чем говорю. Продаешь или покупаешь? Определяешься с выбором. Конечно, решай. Если все довольны, как успехи? Сделка удалась. Привет. Эй, слышь, Рейнджер Уокер. Мне сказали, что ты можешь прийти. Я Уайт Феррис. Мэр поручает мне особые операции. Вот кто занимается грязными делами Лузан. Я вношу свой вклад в защиту города. Прямо сейчас занимаюсь борьбой с экспансией бессмертных савнов. Есть одно важное дело, и мне бы пригодился кто-то вроде тебя. Савны захватили старый завод неподалеку отсюда. Ну и что, казалось бы. Но им как-то удалось запустить реакторы. Теперь они получают энергию для своих рейдов и скоро снова нанесут удар. Я это нутром чую. Группу подрывников туда отправить нельзя. Действовать надо молниеносно. Но у тебя уже есть все необходимое для этого. Ты нам поможешь? И откуда только они добывают? Ой, здрасте. Без белка? О, свежее мясо! Я всех новых клиентов так называю, потому что у меня мясная лавка, сечешь? Хочешь купить мяска посочнее или продать мне радость гурмана? Пока не... Смерть — это жизнь, мой. Облегчи. Белый запах. Мне пора. Заряжай порох в пороховой. Привет! Желаешь подзаправить свою пушку под стрелушку? Бери хлопушки, бери пилюлю смерти. Постарайся выжить. Привет. Привет, о! Меня зовут Красная Кепочка. В начале войны я снабжала базу повстанцев рядом со свалкой. Она устроена прямо в стене каньона и просто набита отличной старой техникой. Недавно я вспомнила про все это добро и решила его забрать, но обнаружила на базе хмырей. Вот если бы кто выкурил оттуда этих ублюдков, сразу получил бы в свое распоряжение кучу драгоценной старой техники. Старая техника? Возможно, этим стоит заняться. Вот в этой области все задания будет выполнить. Источники заданий понабрал. А ну-ка, стой, отрез. Сюда нельзя. Я ищу мэра источника. Место правильное, время нет. Мэр Хагар и ее помощники никого не принимают. Твое дело может подождать. Приходи в другой день. Или вообще не приходи. Почему? Что-нибудь случилось? Нет. И нас это устраивает. Никто не входит, никто не выходит. У мэра дела поважнее тебя, шваль. Как я уже сказал... А это что за звук? Наверх.
Высоко, однако. Впечатляет. А пули ты ловить умеешь? Лузам Хагар, мэр источника. В юности мастерски владела крылопалкой. Сейчас больше надеется на пистолет. Она жизненно необходима проекту «Кинжал». Тихо, 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 спокойно. Я только поговорить насчет проекта «Кинжал». Ха. Об этом проекте знают лишь немногие избранные. И тебя нет в списке. Я от Проули. От Проули? Проули мертва. Винланд стерли с лица земли. Ее голограф... Все сложно. Короче, я Уокер, последний рейнджер Винланда. Да что вы, опять эти сволочи. Рейнджер, сперва завалим этих, потом поговорим. Погнали. Они перестреляли ваших, я перестрелял их. Открывается, и они попадают в мясорубку, ясно? Пикнуть не успею. Ну что, боец ты неплохой. Хмыри обработаны в лучшем виде. Не ожидала от кого-то из ваших. Вы же там у себя копались, варитесь в собственном соку. А ты ничего, удар держишь. Теперь поговорим? Да, давай поговорим. Объясни мне, что происходит. Я бы и рада перезапустить проект, но у меня, как видишь, забот полон рот. Да, вижу. Что это за ребята? Наемники из отряда хмырей. И еще вчера простые бандиты. Кто их послал? Ну, дерзости на это хватило бы только одному. Клэгу Клейтону. Самому богатому ублюдку в городе. Он давно метит в мэры и в последнее время повышает ставки. Подкупает чиновников, прибрал к рукам военную технику. И в том числе ту, которая нужна для проекта «Кинжал». Ну, давай я убью его и заберу технику? Нет уж. Действовать следует аккуратно. Во-первых, я хочу знать, кто за ним стоит. Во-вторых, надо узнать, где он прячет свою добычу. И какие мысли? Клейтон – самовлюбленный болван. Эго у него больше экосферы. И это нам на руку. Тебе надо польстить его самолюбию, втереться в доверие и установить жучок на его компьютер. Жучок передаст мне всю подноготную. Кто стоит за Клейтоном, кто снабжает хмырей и где хранится награбленное. Клэг Клейтон любит общество богатых и знаменитых. Он устроил так называемую «ложу победителей». Придумай, как туда попасть. И мы наверняка сможем установить жучок. Ясно, приступаю. Отлично. Проберись в кабинет Клейтона и поставь этот жучок на компьютер. Thank you.
его прижал и заставил съесть их всех. Ты же из каньона мертвеца идешь? Каждую ползучую мертвечку. Очень советую туда заглянуть. Это Клейтоновская ложа забудь. Ты не пройдешь дальше этой веревки. Пусти меня, я рейнджер. Да мне насрать. Сюда входят только богатые и знаменитые. А ты никто. Ну как-то ведь к вам попадают? Конечно. Стань победителем. Как? Выиграв телешоу «Убей мутанта» и в гонках «Ралли Крэш». Стань чемпионом. Ты же круче всех, да? Значит, справишься. И все? Ага. Стань чемпионом, с блеском войдешь в ложу, и будет тебе Клейтон. Нет другого способа? Для тебя нет. Ралли Крэш. Как успехи? Вышибала тебя пропустил? Я узнал, как туда попасть. Потолкаться бортами на трассе, выиграть гонки. Вроде несложно. О, ну, надеюсь, ты справишься. Эти телешоу пожирают людей вместо попкорна. Так, что, начнем тогда вот здесь вот выполнять задание. Съедем сначала сюда. Системы активируются. Я апгрейд могу что-нибудь транспорта сделать. Боеприпасов. Да-да! Сам жовет бойко! Воу-воу-воу, аккуратненько. Возвращайся скорее, ой.
активируется. Надо отремонтировать. Системы восстанавливаются. Системы полностью восстановлены. Так, здесь выполнен, теперь сюда едем. Так, стоп, стоп, вот это что такое? Колонна. Внимание! Враг целится в нас! Обнаружены силовые щиты. Нужно другое оружие. Блин, уехали, да? Догони, догони, куда уехал он? Уничтожить эффективную тварь!
блин, у меня патрон, не знаю, хватит. Ракет будет патроны. Системы полностью восстановлены. Там дорожный барьер. Мы на месте. Желаю удачи. Ох, 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 ох. Бежим. Так, надо на ту сторону, значит, перейти. Вот здесь вот залезть надо.
бульдозере можно ездить, интересно. Ой, я на нем долго буду ехать, да? Так, надо он туда наверх подняться еще, посмотреть, что там. Разумная форма жизни. Так, еще один контейнер где-то. Ну, вот здесь я так и думал. Съездим вот сюда, посмотрим. Я только не понял, как катапультироваться на тачке не той. Я прокачал катапультирование, не понял, как катапультироваться. Впереди находится костюм рейнджера. Сюда заедем сейчас. О, метеорит. Стоп, 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 стоп.
Я думал, что да. Чек. Джекпот. Круто. Себе. Как сказала бы мама, рейнджер должен заранее оценить обстановку и продвигаться, лишь хорошо подготовившись. Ох ты, ох ты, нифига он шмаляет, что за пацан. Так, идем дальше. Депад взял. Шмаляет. Круто, а я ее роботом, блин, а роботом интересно, у меня получится тоже управлять, я буду ими управлять. Было бы круто, кстати. Импровизируем. Навык сейчас получу. Вы установили ID-сертификат «Барьер». Он дает вам возможность создавать временную преграду, которая будет останавливать летящие в вас снаряды. Как матрица. Еще.
закончили. Используйте барьер для защиты от симуляции вражеского обстрела. Прикольно. Круто. Теперь вы знаете, как использовать ID-сертификат барьер. Да, спасибо. Что там опять они все появились, да? От дипов. Ну да. Желаю вам возродить цивилизацию, Рейнджер Бот. Спасибо, возродим, возродим. Поехали. Так, куда дальше мы поедем? Я на этой зоне. Дальше отсюда. Роботов тут еще каких-то здесь бы придумали, вообще круто было. Ты там в него садишься, тоже прокачиваешь. Так. Туда. Я подъезжаю. Что у тебя внутри?
Так, дальше мы куда едем? Дальше мы вот сюда едем. Да вот деревья, мне не знаю, закрывать эти деревья там. Здоровая тачка, деревья закрывает. Еще одно бандитское логово. Раз гранаты туда накидал. Эх ты, чуть по обрывкам свалился. Чего, кота? Кота, ага. Кота, но мне показалось. Концентрация, да? Так, а как нам... Ага, вон там дверка какая-то, да? Так, я так не попаду. Надо с главного входа тогда заходить. Заходить с главного входа. Попробуем отсюда зайти. Похоже, я их чуть-чуть обхитрил. А, нет. Показалось.
Так, сундук, сундук ковчегов не могу найти. Где-то его спрятали. Я так думаю, что где-то здесь. Да, нет. Тихо. А, вот он. Перед глазами лежал. Тачку убить, блин, чуть не свалился, охренеть. Сюда надо доехать. Я их с ним не смогу, я не на своей тачке. Я не на своей тачке. Нам не по пути с ним. Два контейнера. Ну, я так и думал, что где-то внизу второй контейнер. Отлично. Сегодня так, здесь все пройдено.
Бей мутантам сорубку сюда. Счастливый день! Не, на этой тачке не буду гоняться. Она медленно. За. Ох ты, такое. Я. Мне надо свою тачку перепрыгать, чтобы... Чё? Понял. Я уже к локации приехал, так что мне нужно... О, я прыг какой-то. Два контейнера и дипад один. Тачка горит, мне показалось. Фига себе, прикол. Дипад лежит. Доклад разведчика. Все, еще локацию прошел. На тачку прыгать. Вот сюда доедем. Или вот сюда. Это уже другое здесь, да. Мы едем сюда. Охренеть, о, у меня тачка подбитая. Еле уехал, блин. А я же тут уже был. Где я был, там обычно все горит, дымится. А это был. Что за танк? Блин, зря. А вон тачка быстро. Так, тут я был. Тут тоже был. Вот едем вот сюда.
Ё-моё, нифига она как, блин, скоростная. Ох ты же, ё-моё. Мне лучше на метку не нажимать. Карта. Теперь сюда. Вон куда нам повыше, да. Самое главное нитро не нажимать на таких горах. Это тачка, блин, теперь я активно. Хоп, и в обрыв, да, куда-нибудь я и улечу. Так. Типа мне где-то здесь надо. Ага, ох, нифига себе. При сундука ковчега вот здесь. Да не смогу попасть, понял? Ага, вон там что такое. Травы вообще капец. Во. Усилители на натритов. Ну и, наверное, еще где-нибудь с другой стороны камчик. Сундук лежит. Что-то мне кажется, что я его не найду. Еще один ковчег. Хотя, охренеть, я его нашел. Да, балдеть, блин. Ага, круто.
Так, теперь на тачку. Теперь идем на тачку. Ух, если я в этот обрыв улечу, все. Так, где у меня тачка стоит? Вон. Так, здесь я побывал. Здесь я тоже был. Так, сюда вот еще заедем. А, нет. Едем вот сюда вот. Мясорубка. Да, когда нитро нажимаешь, она хреново тачку управляет. Выхожу на арену шоу «Убей мутанта». Включай телек. Сейчас я буду ломать черепа. Я в тебя верю, но все равно. Будь там поосторожнее. Мутанты опаснее, чем кажутся. Повтор и гадал, скоро ли ты заскочишь в мою лавочку. Рад тебя видеть. Ты ведь не бежит не хватает. Эй, по полной! Твой визит — это честь. А, снова ты. Тем, кто умеет насладиться убийством, на арене всегда рады. Давай, вперед! А, нет, не сюда. Вот здесь вот вход. Погнали. Еще одно юное дарование только что из провинции. Продемонстрирую кровожадный талант. Большой город будет для тебя открыт! Теперь идут новые мутантики! Все, так быстро. Дробай, конечно, крутой. Ну, как быстро прошел, не то что в первый раз. Погнали.
Оглушители такие мощные и прекрасные! Погнали. Дым. Осторожно, дорогуша, идет новая группа. Огнеметчики. Камикадзе. Напряжение на пределе. Кто кого? Монстр, прыжи, свинцом или наш кровожадный боец? Конечно же, кровожадный боец. Достижение. И такая
непринужденная грация, какое изящество! Браво! Браво! Мега-мутанта-бой! Я как раз смотрел повтор и гадал, скоро ли ты заскочишь в мою лавочку. Рад тебя видеть. Ты ведь не без жетонов? Эй, по полной! Твой тип — это честь. Тачка, скажу я вам, блин. Неуправляемая вообще. Возвращайся скорее, Уокер. Давно я здесь в стволе не был. Вы все возвращаетесь? Что нового? Привет. Здрасте. Приходи еще. Доку за это. Рассказывай. А когда все этапы проекта «Кинжал» будут завершены, мы нанесем удар прямо в черное сердце правительства. Только смотри, чтоб тебя там не убили. Что нового? Здрасте. Так, ну все, тогда я сохраню здесь на стволе.